А чё, дай-ка, чё тут, ну? 5, 4, 3, 2. Смотрите, такую сферку не проебывайте, пожалуйста. На пол по дермичу и по если крылья там сжимает, сразу набираем экран максимально. Подлагивает, сука. Светлые взяли все по ромбу, поехали быстрее. В ромб, темные ловите сферки. Уи, не спи. Этот абориген в метку ставим. Больше ДПС, быстрее. Сбились. Угу. Отойди с бабл с окрая и переводите в крест. Переводи. Старый все в крест. Темную взяли все по звезде, поехали. Локи, бейте без хаус-болтов щит, пожалуйста. То мы, блядь, так сейчас не переведем. Испепелением хуярьте и поджиганием, пожалуйста. Каст. Угу. Потому что хаус-болты игнорят щит. Ебашьте испепелением, пожалуйста. Бьем дальше звезды. Переводить будем? Скана, давай сокрой, переводи. Печеньку все станем. По идее, должен ночью светлое, но это темная сущность. Кастоваться. По идее. Это Сирус. Ну да, все правильно. Дермич, да, я избан. Прохил бой до нуля по юни. Сейчас должна все быть учебка. Но на всякий случай подождем и убедим. На светлую воронку все взяли, по ромбу поехали, темные сверки ловить. Дай и сокрою, если ага, вот и. Сейчас щит на раме будет, не переводит. Я отойду пока 2-3 минуты. Да, сейчас покурим, я тоже хочу биохимию. Отойду на 4 минуты. Давайте, 4 минуты у вас есть, только не задерживайте.
понес тяжелую потерю. Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Мою империю. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Пять, четыре, три, два, один. Не, сделаем иначе. Волк, пила. Я шеп встал. Хотя нет, стоп. Блин. ДЦшник есть бестия? Да, бестия в ДЦ. И пятой пати хилы. Я шоп СУ. Я шоп избиваешь сферки. Огурцы возьмите все это на вторую фазу. Блять, рофлы, сука, нахуй. Тебе повезло, нахуй. А, и спаном сыгрался, да? Да. Бля, лучше бы он сагрился, ебать, я бы зарофлил. Эх, нахуй, все ИП в минус, на 1030 отлетел. Ну и хорошо, чего не нужно ЕП? Нолик, вот сюда в печеньку грипнешь сверху. Окей. И заливаешь ее максимально быстро, потом идешь босса бить. Я тебе помогу тоже залить. Да, не надо, бей босса, я сам залил. Надо, чтобы именно в печеньке примерно. Я понял. Так, вот у нас блок. Яша, вот на сферках. По бопам. Скана первый даешь. Войд второй. Ну, по ситуации. Если не будешь успевать, то на четвертый.
Там будем смотреть, я подредактирую, если что. Дайте, пожалуйста, все зна... присту. Все знают, что делать? Или кому-то надо объяснить что-то? С какой стороны абориген, с какой стороны мутант? Абориген с правой стороны. Напуливаешь. Милхан с левой. Абориген тот, который моб на второй фазе, напоминаю. Да, с креста будет выходить, его не трогаешь. Милхан сразу сделай нормальный матрос. Тучкенца сразу шакал на второй фазе. Первый даешь. Того бестия же из креста, да? Да, бестия второй. Если что, арислин на подстраховке. Даешь сап либо фир по кресту со второй пачки, если у бестии мисс сработает или еще кому-нибудь хуйня. Да, ты боб даешь второй или четвертый. А Тедис третий боб дает. На второй закопке первый, короче. По хантам, может, СС давай сразу влепим, нет? Да, по хантам СС сразу, но у меня еще КД. Ну, у всех еще КД, через... Еще 2 минуты. Угу. Дрингбой СС по аборигену, батя СС по мелханту. Остальные СС сделайте, я скажу, по кому дать, если что. Скоробеев убиваем в первую очередь, напоминаю. Только потом босс приор идет. Скоробеев в первую очередь. Так, ну вроде все. Остальное слупите. Саппорты на второй фазе пьете и снимаете с себя этот. Да, дермич, танчишь ты, босса. На пол на дермич Алханхел даешь. Этот. Бля, что я хотел сказать. Арислин, старайся. Блять, вон в том угле. Видишь, где крест метку поставил? Вот там вот все время удержишь. Все, я убираю метку, запомни. А саппорт стакается вот с этой хуйней. Эта хуйня не стакается с лапкой, она бесполезна. Хорошо. Чем тебе эта хуйня? Саппорт пьешь, все. Так, дальше. Стамину снимайте со второй фазы. Это ДДшником, я говорю, и хила. Стамину все снимайте, и крик на ХП. Вары остаются с ХП. Все, о, эти вары, блять, танки, точнее. Масло жрите и банки пейте и так далее. У кого закончились там саппорт, хуярите сразу, ничего страшного. Почта есть у кого-нибудь? Может я почту поставить? 37, он стоит почта. Все, на исходном чистом. Там горн и или тотем на ловкость и силу обновляете его значит. Горн по КД на войны да обновлять. Нулик запомни, горн по КД, как только откатаешься, ебашь все. Давайте на исходный РЧ на полыбах. Таймер не забудь, Вань. СС откатило. Ну давайте, СС, по кому я сказал, остальные я озвучу, по кому я все остальное. Все, отчет даю, войд, таймер. Дермич сразу по таймеру пуляешь. 2, 1. Пуляй. Ну уже проебал одну секунду. Ладно. Копатели на пол. Нет вообще. Стан. У тебя ты же без символа играешь? Ой. Все там по КД это. Копатели на пол. Бестия, ты уже 2 раза дал чип по Войдлайту. Ты можешь не тыкать на него, пожалуйста? Бестия, да, забудь про Войдлайта. Я его специально в 6-й апати закинул. Не делай Войдлайту вообще ничего.
Не надо по нему ничего не кидать. Отбежали в центр все быстрее. Центр. Алконфел на пул на войда сразу, знаешь. Все по копателям поехали, Уинни убежал. По копателям максимум ДПС, да. Давай, Боб. Угу. Я же вторую сферку там сбил. По копателям больше уем. Нет, бас. Далеко не убегай от копателей. Далеко не убегай от копателей. Вой, дашь, Боб? Отошли от шипов, отошли от шипов. Давай, Боб. Кинул. Стой, 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 не заходи. Третью сферу сейчас разбивать? Не, не надо, не надо, не надо. Все, заходи, заходи, Ганш. С корабеем играй максимально. Уинни вбежал. Отошли от шипов. Он сейчас должен вылезти. 4 секунды. Угу. Скоробеев быстрее добили. Скоробеев добили, потом босса. По боссу поехали, копатели на пол. Ой, не проебить. 3.09, по-моему, если я не понимаю. Стан. Так, приготовились. Копатели на пол. Блять. Бойт нахуй. Не успел напулить одного. Копателя на пуль. Копателя Алконфель на пуль, пожалуйста. Блять. Отведите его. Отведи. На пол, на пол. Забери. Напалил на него. По рофлуч БР, рофлуч дашь по мне БР. Быстрее. Если освободился на аборигена, пожалуйста. Ганджубас СС по аборигену. Блять, я сбился, когда стан давай. Отбежали. Это здесь твой Боб по дремичу будет. Пожалуйста, больше не сбивайся. Копатели максимум ДПС. Перебафните Лока, Друида и Ханта быстрее. Девиант выбежал. Арислин, твой стан. Скоробеев под копателя видите. Аккуратно в лужетку не зайди. Угу. Быстрее копателя добили. И по скоробеям играем. Ой, соберись. Не, больше не сбивайся. Там на 5.08, по-моему, на 5.09, да? Да, 5.09. Скоробеев добили быстрее. Там по боку. Мне 2 штуки осталось. Копатели на пол. Блять, по ванищели дам СС, короче. А, блять. Все остальное нормально. И рест хил или кому? Реслин сейчас бабл нажмет, нормально. Сапроты пейте все. Под босса стали. Геру дали фул ДПС. Стамины все сняли. Аборигена и Милфханта не потеряйте. Да, Исбаундер Мич. У кого лед стоит? Вот Эдиса? От Эдиса мана лед нажимай. Плюс Сокруг и бабл. Копателя ферни, Рислин, копателя ферни этого. Скана, бабл с экра. И забери лед, нажми МА на лед. Огурцы жрите, у кого ХП мало, смотрите аккуратно. Копателя, блять, ну тучкенцы, ну в чем проблема, ну? Ферни, скана, скада, скана, тедис, ферни. Угу.
Еще один бежит под босса. Блять, ферните копатели быстрее. Дай этот тучкенца гимна хп быстрее. Там не жить, у кого хп мало. Копатель эфир в звезду быстрее. Стан дали, вижу. Эфир скана. Или Атедис, кто там? Кто свободный? Бестия, гимна хп. Отдай лед, забери ресный лед, нажми ма на лед. Блять. Стан, дай ма стан. Ферните их, блять, пожалуйста, нахуй. Паладины, разберитесь с таргетами. Блять, у нас минус и хил. Ну ебаный в рот, нахуй. Ну ебаные вы инвалиды, нахуй. Ну в чем проблема? Кто это, блять, сбил, нахуй? Сова Старфолом или что это сейчас было, нахуй? Какая падь, нахуй, сбила, блядь, ебучая, нахуй. Ебучий шакал, блядь. Причем два даже, да, нахуй. Или это дрингбой обесы, блядь. Сука, это четыре у демонов конченые, скорее всего. Да, боссы, бесы, ебашь, ПВВ. Если таргет демон, ну я понял, значит, блять, так и потом. Рофлыч умер, нахуй, у меня есть подозрение, че он умер, блять, сейчас посмотрим. Теневой удар, а второй раз это холодно. Интересно, дайте камни локски возьмите. Ваничелло, у тебя СС, по-моему, остался, да? Ну. Помел ханту наш. Да, прямо сейчас. Фулл баф дали, парень. Хорошо, читаем. Сейчас очко даю на исходный стенд. 5, 4, 3, 2, 1, пул. Блять. Сверху не притянул кто-то другой, может, нулик, кто там? Это я, блядь. Блять, нулик, нахуй. Да вы заебали, нахуй. Ну как можно, блять? Сука, ебать, это просто пиздец, нахуй. Нормально, нормально. А чё две сферы? Потому что я, блядь, сбил, нахуй, вторую. Готовься. Стан. Отходим все в сторону креста, блядь. Чтобы он выбрал крест бежать. Ну, цель. Уходим в сторону креста. С правой стороны, где копатель, потому что в центре разбить сфер. Чтобы ее не проймать. Стан.
Крест, побежали все быстрее в крест. Все, к копателям побежали, доля выбежала из кана. Отошли, пошли копателя бить. По копателям флоуи. Выходите за сферу потом, чтобы ее сразу не это. Кто у нас? Блять, Войд, серьезно? Ладно, похуй. Сейчас он в эту сферу зайдет. Войд, немножко сдвинься левее, чтобы он в эту сферу задел. Угу. Сейчас Боб дадите. Под дрингбоя, Боб. Дрингбой, отходи. Отошли от шипов. Ну ебаный. Дримбой, нахуя ты? Ай. Вот эти. Ну, Лёк, объясни, пожалуйста, как ты, блядь, умудрился не грипнуть сферу? Он с корабей играл. Ну, вот так, проебался. С корабей не исчезли, в таргет он попал. Дримбой, блядь, Дримбой, скажи ты мне, пожалуйста, нахуя ты так бьешь этих скоробеев и уешишь, чтоб набираешь 15 таков? 15, ебать. Я в танке, когда был, охуевал от 15 стаков, нахуй. Ты, блядь, локом набираешь 15 таков. Еще и шипы, сука, в рейд повел, нахуй, и убил меня. Блять. Ты не понимаешь? Все отошли. Все отошли. Я отошел. Ну, кто вперед, кто назад, нахуй. И ты побежал в рейд, блять. Вместо того, чтобы, сука, побежать от рейда, нахуй. Понимаешь, в чем смысл? Там хламобот стоит, иди, починись. Огурцы все возьмите. Или бухайте. Ты, нулик, не спеши, типа она появится, спокойно ее выбери и потом уже грип. Да я уже понял, я просто табом ёбнул. Там не к спеху, там через 10 секунд только жуки выходят. Там СС откатило мне, на какого ханта повесить? Понял, хант. У кого еще откатило СС? У бати дринбоя, боя, два СС. Точно. Дринбоя по баррикену. А мне по Милхантеру, да? Да. Убавляйте. Пристабав. Чего было? Ганжи. Ну, исходные чудные. Таймеры не забудь. 3, 2, 1, пол. Ну, гриб не вон, блядь. Слева от тебя сфера есть, около босса летает. В чем проблема, ебать? Приготовься. Стан.
Приготовили щит новый копатель. Копатели на пол. Приготовься, скоро стан. Стан. Центр отбежали все. По копателям поехали, сюда отбежали. Скорбей, старайтесь копателям подводить, чтобы они там тоже уехали сразу. Дай боб по мне, Войд. Яш, отойди троху. Войд, боб. Да. Нолик выбежал. Фридум, дайте по нему быстрее. Фридум. Ну ёб твою, ну сука. Еще, ну... еще гриппа, и он где-то есть сфера. Вон. Не разбейте вы эту сферу, блядь. Что вы делаете? Ну пидорасы этой, вы, сука, конченые на. Давай вот эту дрить, блядь, есть гриб. На то я хуй. Сука, конченые, блядь. Вы скоробеев будете убивать или вы хулевого босса пошли бить? Вы, сука, совсем тупые или что, нахуй? Что я сказал? Скоробеев, потом босса, нахуй. Мы ЕП много, блядь, или что, нахуй? Танкую, танкую. Пиздец, блядь. Цирки ебаные уродов, нахуй. ЭБшек тоже нету, нахуй, чтоб нажать, блядь, эту ебучую, нахуй, лужу, блядь, ускорение, нахуй. Со следующими бомбами я хуй знает, как поступать. Копатели на пол. Не знаю, блядь, ворочайся как-нибудь. Угу, получилось. Ой, блядь. Угу. Иди, нули, грипп и сферу эту, нахуй, туда, к воде. Дальше. Яша, выбегай. Не разбивай пока. Ладно. Боб, дашь по... Отойди по форум Бэкстар. Гриппать, не гриппать. От гриппа и тут дальше сферу, туда ближе к воде. И убей ее. Там. На той танчить? Нет, на этой будешь танчить, где ты сейчас. Тучкенца выбежал. Аккуратно, только не в сферу, пожалуйста, блядь! Отойдите от шипов. Дай боб. Боб по нему дайте. Алло, нахуй. Арислин умер, блядь, от шипов, да? Заебали, нахуй. Пиздец, ва, нахуй. На той было бы удобнее у паутины покончить, на той сфере. Хотя там жутко. А хилам, думаешь, так удобно тебе там хилить? Не, если босса туда перевести. Чей локовский пет хуярил копателя? Как это посмотреть, нахуй? Ой, копателя, блять, этого сферу. А ты посмотри вообще общий урон по сферам, кто бил. Там же шпеты идут вместе с людьми. И кто вообще не должен был бить, там должны расписаться. Что?